Решили проверить, какие грибы водятся в Подмосковье, в самом ближайшем. Отъехали до поселка Паведники на Дмитровском шоссе. Вот. И сейчас посмотрим, что у нас 14 августа. О, господи, какого августа? 14 июля у нас тут водится из грибов. Вот лес сейчас в середине июля выглядит примерно так. Это недалеко от поселка Паведники Московской области. Вот. Несколько дней шли дожди, и мы решили проверить, выросли грибы или нет. Если да, то какие. Поэтому будем внимательно искать. Лес, к сожалению, весь зад. Бутылки, банки, мусор, покрышки. Ну, в основном, конечно, бутылки всякого рода. Вот, ну что это? Это вот леса Подмосковья. Трэш какой-то, на самом деле. А это первый наш грибочек. Боровичок. Вот еще подберезник. И еще один. Вот еще один красавчик. Еще парочка молоденьких. Кто это? Козлят или кто? Напишите в комментариях, что это за гриб. Да помрем на первом же выпуске. Вот какие красавчики. О, какого красавчика Юрка нашел. Уф, просто зверь. Вот таких беленьких грибочков мы собрали за 6 часов под проливным дождем. Вот, ну набрали еще лисичек. Березвиков. Вот, ну самое ценное тут беленькие. Все крепкие, не червивые. Это... Короче, будем сейчас кашеварить, ребята. Ходите в лес, ищите грибы. А вот правильный ответ. Козлик.